Здравствуйте, друзья! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO-проектах. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать о проекте CopyTrack – глобальный регистр авторского права. Будущее глобальной регистрации авторских прав. До окончания ICO остается чуть более 19 дней. Текущая ставка стоимости токена CPY, 740 токенов CPY за один эфир. На сегодня продано более 8 миллионов токенов CPI. Текущий бонус в 30% доступен еще в течение чуть более одного дня. В токенах этот бонус при инвестировании в один эфир будет равен 222 токена CPI. Вы получите дополнительно к 740 токенам при инвестировании в один эфир. Всего инвесторов на данный момент зарегистрировано 8300 участников этого ICO. Это действительно внушительная сумма, поэтому обратите внимание на этот проект. Он привлек достаточно большое количество инвесторов, и это говорит о большом потенциале этого, о вере в этот проект, о большом потенциале этого ICO. Давайте посмотрим, что, какие проблемы и какие, с какими проблемами сталкиваются люди, пользующиеся подобным контентом, и какое решение предоставляет платформа CopyTrack. Проблемы управления цифровым токеном. Доказательство владения цифровым токеном. Управление цифровым контентом связано с двумя типами проблем. Теми, с которыми мы сталкиваемся, с которыми сталкиваются пользователи, и теми, с которыми сталкиваются правообладатели. Пользователи часто неправильно понимают использование цифровых изображений в интернете и соответствующие варианты лицензирования. С другой стороны, у правообладателей мало или вообще нет способов доказать принадлежность к оригинальному содержанию и производной работе. Кроме того, они часто имеют неадекватные инструменты для отслеживания и использования своих изображений, защищенных авторским правом, и выявления нарушений. Как пользователям, так и правообладателям приходится сталкиваться с проблемой сокращения стоимости платежей, и эти затраты неизменно добавляются к цене прав использования. Кроме того, обе группы борются с обеспечением плавного и совместного погашения платежей. CopyTrack – это глобальный регистр авторских прав, благодаря каким решениям будет локализовано и решены подобные проблемы. CopyTrack – существующий бизнес с экстремальным ростом. В чрезвычайно короткие сроки CopyTrack возросла, став ведущей компанией на мировом рынке высокоавтоматизированной защиты авторских прав. Начиная с Берлина и присутствуя в Нью-Йорке и Токио, мы позволили нам напрямую взаимодействовать с художниками и их сетями по всему миру и помогли нам быстро увеличить клиентскую базу. Отсутствие препятствий на входе обеспечило высокую степень конверсии на всех этапах наших процессов. Будущее глобальной регистрации авторских прав. В основе CopyTrack лежит создание глобального децентрализованного регистра авторского права для цифрового контента, который аутентифицирует пользователей и связывает цифровую интеллектуальную собственность. Этот регистр создает уникальную экосистему для правообладателей, тем самым обеспечив новые рынки электронных клиентов. Благодаря своим передовым технологиям и технологиям он хорошо подходит для глобального решения ключевых задач в отрасли и будет открыт для общественности. Лицензирование и плюс платежи CPY токен. CPY будет родным токеном на нашей платформе блокчейн. Он будет использоваться для оплаты в наших гибких и модульных системах лицензирования. Это позволяет автоматизировать платежи правообладателям на основе лицензий, которые они разрабатывают в нашем дружественном и удобном в использовании интерфейсе. Блокчейн и базовый интерфейс смарт-контракта могут быть расширены для включения широкого спектра дополнительных функций, таких как программные контракты, переменная цена и маршрутизация платежей. Как мы видим, действительно очень нужный и удобный инструмент, который решает вопросы правообладателей и их взаимодействия со своими потенциальными клиентами, устраняя все недочеты текущей системы и позволяя пользователям быть уверенным в том, что они
поступают в рамках закона, и в то же время, с другой стороны, правообладатели могут быть уверены, что их контент, они вознаграждаются за свой созданный контент. Таким образом, обе стороны будут взаимодействовать друг с другом при помощи этой платформы. Пожалуйста, обратите внимание на этот проект. Ссылка на белую книгу будет в описании к видео. Есть время для того, чтобы поучаствовать в 30% бонусе. Он продлится еще чуть более дня. И в целом остается 19 дней для того, чтобы принять участие в этом ICO. Пожалуйста, обратите на него внимание и присоединяйтесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!